На подборе остается Фредерик Мич, Алексей Попов и Захарий Сираков. Не придал штрафной. Все остальные поборются за воздух. И где мяч? Он в воротах. Первый гол в сезоне. И кто? Севица Ристич. Вот так. Форвард, который на ходу не впечатлял на протяжении всех первых минут матча и оставался, откровенно говоря, в тени. Вот так, где-то там на протыке, на касании. А где был Гильерми? Вот зачем? Зачем ему понадобился этот выход и удар мимо мяча кулаками?